А? А ну-ка, посмотри назад. Ну, для начала пусть подписчики поставят лайк. Я полицейский, говорю, чтобы вы поставили лайк. Друзья, влепите лайк. Что случилось? Что ты меня разбудил? Да ты на улице спал вообще-то. А, да, точно. Ну ладно, и что нужно? Ну, короче, влепите лайк прямо сейчас за 3 секунды. Раз, два, три. Ой, молодцы, поставил лайк. Ой, какие у тебя подписчики молодцы. Повернитесь. А? Ё-моё! Это что такое? Ай, сосед перестроил свой дом. Он сделал ремонт. И теперь этот клоун, он стал реальным клоуном. Это церковный дом? Что? Да, это церковный, заходи к нему. Я пойду. Что это такое? Очуметь! Тут имеется, получается, аттракционы? Вау! Я бы хотел покататься на них. Эй, нельзя туда! Ай-яй-яй! Меня полицейский поймал! Твою дивизию, что происходит? Могу зайти к этому соседу? Этот клоун, он реально церковный дом поставил себе! Я в шоке! Я хочу забрать вот эту штуку, не могу. Слышь, Шаолин, а ну-ка срочно давай мне предметы! Я хочу сейчас накостылять этому соседу! Но с пустыми руками я уж точно не пойду к нему! Отлично, есть пушка! Заряжаем ее. Давайте зайдем в этот церковный дом этого клоуна! У нас Прэнси, мадам Агата, они все исчезли! Ну ёшелы-моёшелы! Предлагаю взять вот это, кинет сюда вот так вот, бам! Блин, сейчас полицейский побежит за мной! Сразу давайте усыпим его! И... раз! Ах ты! На тебе! Отлично! Есть одна пулька! Смотрите! Церковный дом! Вау! Это что такое? Эй! Иди сюда! Ты что тут делаешь? Воу! Слышь, клоун, что это? Очуметь! Это реально циркач какой-то! Клоун-циркач! Перезаряжаемся! Какие-то пушки! Я хочу посмотреть на них! Очуметь! Кто тут лежит, слышь? Эй! Не твое дело! Ты что забрался ко мне домой? Иди сюда! О-хо-хо-хо! Слышь, клоун, ты сдурел! Тут еще одна пушка! Посмотрите! Тут какие-то пьедесталы, барабанчики. Эй, слышь, я тебя поймаю и накостыляю потом. Ты не уйдешь с моего дома. Я клоун настоящий, оно. Давай попробуем, на тебе. Очуметь. Могу зарядить эту пушку? Было бы замечательно. Так бы улетели бы в дом прям соседа. Иди сюда, ай. Ты чё меня морозишь каждый раз? Потому что я подготовился, я не просто так сюда зашел в твой дом, в твой дворик. Я тебе покажу. Дальше не иди, там ничего интересного. Ага, конечно. Посмотрите. Что это такое? Это реальные аттракционы. Я вообще, классно было бы, если забраться к ним. Ну, хочу зайти в дом, посмотреть, что там внутри. Так, иди сюда. Друзьяшка, он бежит за мной. Влепите лайк, пока он не добежал до за нами. А ну-ка, подожди. И... раз! А! Что происходит? Я не могу двигаться! Он меня баганул, кажется! Спаси! А! О, отлично, отлагал! Эх ты, иди сюда! Так, все, заходим в дом! Сенсация! Вау! А дом-то не изменился, что? Смотрите, только окна изменились! Очуметь! Так, пока он там сходит, что-то делает... Заберемся сюда быстрее. Вот так вот. Смотрите, ванная тоже не изменилась. Заберем. И кухня. Что ж ты будешь делать-то? Что ты изменил? Только фасад дома, иди сюда. Ах ты, пошел вон. На втором этаже точно все точно так же. Очуметь. В принципе, внутри дома он ничего не трогал. Этот клоун, оно Пеннивайз. Ты, конечно, даешь, циркач вонючий. Давайте посмотрим вверх. А-ху-ху! Шарики, а ну-ка, могу с ними взаимодействовать? И... не могу, вау! Просто фантастика! Тут такая вот вывеска, везде вывески. Вау, красный флаг! Прыгай! И... раз! Вот так вот, до вас! Ага! И, конечно же, наши любимые аттракционы! Дом реально как будто цирк настоящий! Жесть какая-то. Давайте посмотрим. Вау! Аттракционы-то настоящие. Прыгай! А, блин! Было бы классно забраться туда, посмотреть. А ну-ка, иди сюда! Ты что забрался на магазин? А нельзя так делать.
Блин, я хотел посмотреть, смог бы я пробраться в эти аттракционы или нет. Тут гири, смотрите, вау. Капец, действительно настоящий циркач. Я в шоке. Так, иди сюда, эй, ты что делаешь? Я могу летать, по стенам ходить. Вау, смотрите. Прямо вблизи можем посмотреть на этого клоуна. Не двигайся, чувак, дай посмотрю на твое лицо. Вау, в шокендре, конечно, я в шокендре. Вот это жесть! Эти штуки взять нельзя. Это все декорация. Ё-моё! А! Чё это было только что? Гири взять тоже нельзя, да? Но, что характерно, тут какие-то предметы, смотрите. Это реально циркачный дом. Я в шоке! Предлагаю пробраться в секретную комнату. И раз. Так. Хоп. Отлично. Ключ мы заберем. В этих комнатах тоже ничего не изменилось. Так получается, чисто фасад этого дурацкого клоуна. Я в шоке. Мы взяли ключ. Ой, ё-моё. Клоун, слушай, ты никогда меня не поймаешь. У меня супер много яблок, так что ты ничего мне не сделаешь. Мне писали комментарии. Адурчик, а где ты взял столько яблок? Я хочу ответить, что я просто покупаю их за бесплатные деньги. Ну, так надо. Кошка. Точняк. Про кошку-то я забыл. Так, давай. И раз. Отлично. Кошка не изменилась в новом циркачном доме. Давай, забери. Открывай. Оружие новое есть. Очуметь. Смотрите. Кошка такая же. Ну, то есть, только дом соседа и все. На! Эй, я тебя стрельнул вообще-то. Что это было? На тебе. Воу, Бак, смотрите. На! Жесть какая-то. Все, у нас есть оружие. Мы заряжаем, заходим в секретную комнату. И раз. Вау. Так, пароль 0354. Запомните, прямо сейчас напишите комментарии, чтобы мы не забыли. 0354, открывай. Посмотрим сейчас вторую главу. 0354. Заходим. Ёшлы, моёшлы. Что же с этим соседом клоуном не так? Ой, телепортануло меня. Второй акт. Ё-моё! Так вообще ничего не изменилось? Только циркачный дом? Кстати, скоро выйдет обновление в Dark Riddle, во второй либо в первой части. Скорее всего, это будет Хэллоуин обновление. И мы все-таки посмотрим, что же там добавит интересненького. Я думаю, вы готовы это увидеть. Но для начала нужно подписаться на мой канал. Без этого никак. Давайте, я жду вашу подписку. Ну что ж ты будешь делать, да? Еще не подписались, что ли? Ну ладно, хорошо, понятно. Так. Глазик. Ну, Глазик, не убегай. Глазик. Я твой друг. Так, вот так вот. Смотрите. Вау. Внутри Глазика ничего. Только вот что там пукает и все. Жесть какая-то. Да, вот так вот выглядит Глазик. Вау. Прикол Бенсон. Вот его глаз. Капец. Так, сосед. Заморозился. Жесть. Ай. Ты что делаешь? Иди сюда. Жесть какая-то. Так. Хопа. Офигеть. На этом все, друзья. Надеюсь, вам понравился видеоролик. Обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на канал, нажмите колокольчик. Сегодня у нас был реально крутой, классный, офигенный дом нового соседа. Все. Всем удачи. Всем добра, всем спасибо. Всего хорошего. Делайте добро. Не делайте зла, будьте всегда напасись. Всем пока-пока-пока.